буквы «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Классная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Эти люди услужливые, заботливые, домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу близких, чуткие, полные тепла, уравновешенные. Эти люди создают вокруг себя благожелательную, спокойную атмосферу. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Иногда эти люди бывают излишне мелочны. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Значение буквы «Ч» в имени символизирует чувство долга, верность принципам, заботливое отношение к окружающим. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Эти люди ответственны и терпеливы. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Чувствует себя неразрывной принадлежностью целого. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсирует стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.